400 тысяч лев выделят на обустройство спортзала для профессиональных занятий боксом. Об этом на открытии международного турнира памяти заслуженных тренеров Молдовы Григория Цисаря и Бориса Петухова сообщил муниципальный советник Николай Григоришин. Названная сумма – часть денег, предназначенная на модернизацию школы бокса. Всего планируется вложить около 3 миллионов леев. Добрый вечер, гости, добрый вечер, бельчане, добрый вечер, спортсмены. Я очень рад вас видеть в нашем прекрасном городе. Хочу вас заверить, что бокс в Бельцах будет занимать одну из ведущих ролей, как сегодня занимает футбол «Заря наша», так и будет занимать наша Академия бокс одну из ведущих ролей. Для этого мы сегодня на муниципальном совете уже выделили первые 400 тысяч на ремонт зала. Если вы не в курсе, я вам поясню, значит, в ДК завода «Реут» выделено помещение на втором этаже под школу бокса. Планируем туда потратить около 3 миллионов лей, но первый взнос 400 тысяч, значит, сегодня был принят при первом чтении бюджета. Я думаю, что во втором чтении не будет составлять трудности у нас, и мы продлим это препятствие. И эти 400 тысяч пойдут уже в январе, ну, я думаю, будем осваивать их. Ну и при том, что сегодня у нас новый президент Академии, он идет навстречу нам, мы идем навстречу ему. То есть его вместе поддержки, вместе с поддержкой Рената Георгиевича Усатова, мы вернем те былые позиции, которые были при Советском Союзе у бельчан. Если вы все помните, 70-е годы сборная Молдавская ССР тогда составляли все бельчане. К этому мы стремимся, и поверьте мне, очень сердце болит за этот вид спорта. И ну, все, что требуется от нас, от мэра, мы приложим и пойдем только вперед. А ребятам я желаю красивых, доблестных боев, поединков. Удачи вам всем, без травм, победить сильнейшим, с Богом. Международный турнир по боксу памяти заслуженных тренеров Молдовы Григория Цисаря и Бориса Петухова стартовал в Бельцах в Центральном дворце культуры 8 декабря. Эти соревнования юбилейные, 20-е по счету. Проводятся они при поддержке мэра Бельца Рената Усатова. В них принимает участие около 100 боксеров 3 возрастных категорий, не только из Молдовы, но и России, Румынии, Украины, Белоруссии и Литвы. Вице-мэр Игорь Шеремет отметил, что Бельцы постепенно становятся отличной площадкой для проведения международных турниров. Рената Усатый уделяет развитию спорта в городе большое внимание, чтобы молодое поколение находило применение своей энергии именно в этой сфере, чтобы у подростка всегда была здоровая альтернатива социальным сетям и пиву. Муниципальный Бельц постепенно превращается в центр протяжения разного личного характера мероприятий, включительно и спортивного. Я очень рад, что зачастились такие мероприятия, включительно и международные турниры такого уровня, то есть это получается высший уровень. Как компромисс под Шалима Матер на Шалима Патер. Шсен Букрос, К. Мунчипру Белц, Все трансформы, Антон Чентру. Ну, мои муниципал Шурешенес, дальше держа, Шунчентр спортив, культурал, каре букуре, ну, мои локуитори муниципалитети, дар миним Новодом Молдови держа, сын по интересам с винами мутым муниципал, декыт с плечем капитала цели. Главный судья турнира Сергей Гуранда выразил огромную благодарность руководству города и лично мэру Рената Усатому за оказанную финансовую поддержку в проведении соревнований такого уровня. Мы надеемся проводить этот турнир более на высоком уровне, чтобы расширить нашу географию Бельц, чтобы к нам приезжали не только из стран ближнего зарубежья, но и из дальнего. Спонсором нашего турнира является примар Ренат Георгиевич Усатый. Мы благодарны ему за его помощь и также примарии муниципи Белц.
Анатолий Пыка – один из воспитанников заслуженного тренера Молдовы Григория Цисаря. Он с теплотой рассказывает о своем учителе, говорит, что благодаря ему добился значительного успеха, стал мастером спорта СССР. Григорий Никифорович – мой первый тренер, я начал у него заниматься. И это человек, на которого я всегда хотел равняться. Благодаря ему я сейчас занимаюсь тренерской деятельностью. Я всегда был, хотел быть похожим на него. Потому что это был мало того, что он был хороший тренер, он был хороший воспитатель. Все ребята, которые у него занимались, всегда пытались на него равняться. Это был очень замечательный человек. Я от него взял то, что хорошее у меня есть. Я думаю, что у него что-то есть. Это от него. Как тренера, как учителя, как воспитателя. Это был очень хороший человек. Под руководством заслуженных тренеров Молдовы Григория Цисаря и Бориса Петухова воспитаны лучшие боксеры, защищавшие честь города и республики на всесоюзных, международных, европейских и олимпийских рингах. Турнир будет проходить несколько дней и завершится 10 декабря.